Помните прошлогодний первоапрельский розыгрыш от детского зоопарка? Директор зверинца решил нарядить свою собаку в парик и дал животному новую кличку – гренландский лев. Карантин карантином, а Юмарина в зоопарке по расписанию. В этом году руководитель зверинца придумал новый розыгрыш под названием «Прыжки без парашюта». Сейчас я на ваших глазах поднимусь на воздушном шаре на высоту 2500 метров и прыгну без парашюта. А специально обученный наш орел, очень сильная и умная птица, подлетит, подхватит меня вот за эту рамку и плавно опустит на эту лужайку. Вот, я прыгнул, я лечу. Где орел? Где этот орел? Одесский зоопарк продолжает жить привычной жизнью. Пока в зверинце не было ни одного посетителя, тут родились десятки детенышей. Но есть некоторые виды животных, которым карантин не приносит радость. Им скучно без внимания людей. Мартышки, вот, павианы, слониха, многие копытные. Они любят, когда есть люди, они любят такое общение. И они немножко скучают, мы их даже развлекаем. Так как билеты сейчас никто не покупает, дополнительного дохода у зоопарка нет. Чтобы животные не почувствовали кризис, пришлось приостановить ремонтные работы и таким образом сократить расходы. Несмотря на это, все сотрудники зверинца продолжают работать. Увольнять или сокращать никого не собираются. Небольшую часть сотрудников из гуманитарной сферы мы перевели на дистанционную работу. Большая часть наших сотрудников – это те, которые непосредственно связаны с животными, поэтому, конечно, они должны приезжать. Чтобы одесситы не скучали и не забывали про обитателей зоопарка, его сотрудники регулярно снимают онлайн-прогулки по территории зверинца и видео о новорожденных животных. В весенний период ожидается большое пополнение. После карантина в зоопарке можно будет увидеть сотни малышей. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».